Браво! Браво, Георгий! Это было здорово! Мне кажется, что Денис сам тоже хотел присоединиться, да, за фортепиано? Да. Ты играл с одними из самых знаменитых джазовых музыкантов. Каково тебе? Ну, я в новом амплуа, я не играл джаз до этого. Мне кажется, для начала неплохо, а играть в кайф... Секунду, это меняет ситуацию, Даша. Это не джазовый музыкант. Он, нет, он конечно. Академический музыкант, конечно. Играющий караван. Это абсолютно феноменально. Где-то я уже это видел. Нет, просто это свобода твоя, которую мы видели в отборочном туре, и сразу было видно, что это очень джазовое качество. И, конечно, с выдающимися мастерами. Тем более, я хочу сказать отдельное спасибо Андрею и Михаилу. У них потрясающие в филармонии детские программы. Да. Называется «Как рождается музыка» для самых маленьких детей. Вот они свое мастерство высокое дарят совсем малышам. Ну что ж, слово нашему жюри. Светлана Борисовна. А скажи мне, пожалуйста, ты слышал Эдди Рознера «Караван»? Нет. А вот обязательно послушай его соло на трубе. Тебе очень... Вот, кстати, когда ты взял уже тесситуры наверху, это было очень похоже. А его называли «Золотая труба». И вот здесь можно было еще накрутить больше. Тем более, что ты среди вот, профессиональных музыкантов, а ты тоже профессионал, ты себя чувствовал абсолютно спокойно. Так что не надо его спрашивать, как он себя чувствовал среди знаменитостей. Он себя чувствовал великолепно. Что ж, оценки. Олег Погудин, 10. Николай Цискоридзе. Сахар целый с головой. 10. Светлана Безродная, 10. И Олег Константинович Попов, 10.